классический, это который выполняется на соревнованиях. Подходим к штанге. Беремся. Ват в замок. Обязательно. Все углы соблюдаются, да? Углы, носок, колен, плечи. Натягиваем спину, поясницу. Делаем вдох глубокий. Здесь нам надо завести. Здесь у нас состоит, получается, одно движение с помоста. Мы выводим его в подрыв, штангу ее. Угу. Вот тянем, это так выглядит. Тянем, тянем, тянем. И вот здесь, то есть подрыв. Угу. Вверх. То есть ты, получается, подрыв до груди делаешь, да, приблизительно? Подрыв идет от паха. Угу. То есть мы высокую тягу, подрыв, и она летит. А, вот так даже, да? Ага. Мы ее сопровождаем вверх. И садимся. Конечно, извини, еще вопрос. Ты толкаешь? Нет, я штангу вверх. Ага. Тут, хочешь не хочешь, немножко отходит корпус. Немножко отходит, да? Но не сильно. Ага. Окей. Давай,